Мы потеряли чувство безопасности, проживая в нашем государстве. Мы потеряли чувство уверенности в завтрашнем дне. Мы испытываем тревогу о своей жизни и о жизни наших детей. На все предстоящие вопросы я готов ответить благодаря поддержке партии регионов и той программы, которую сегодня презентую я и моя команда. Что мы можем сделать для того, чтобы эффективно бороться со всеми внешними и внутренними вызовами, которые в последнее время кардинально изменили нашу жизнь в худшую сторону? Не понаслышке, а пройдя целый жизненный путь, я хочу вам сказать, что главная и основная задача, которую мы должны сделать сразу после президентских выборов, это передать власть из центра на места. Можно по-разному называть это – децентрализацией, федерализацией, передачей полномочий. Самое главное – территориальные громады должны получить реальную власть на местах. Потому что сильное местное самоуправление, сильные органы самоорганизации населения, сильная местная государственная власть – залог успеха и развития территориальных громад. Я не понаслышке знаю, с какими проблемами сталкиваются на местах руководители. Я уверен, что эти проблемы можно более эффективно и профессионально решать, если экономические, финансовые и иные полномочия будут находиться не в Киеве, а на местах, в регионах.